важнейшее событие градостроительной истории Санкт-Петербурга. Как вы знаете, Санкт-Петербург был основан Петром I в начале 18 века в дельте Невы. И первоначально основное строительство производилось на Петроградском острове и частично на правом берегу от нас и слева на Васильевском острове. Уже в 1715 году Петр I решил разместить центр Петербурга на Васильевском острове и сам принимал активное участие в его планировке. По задумке Петра в восточной части острова был построен большой морской порт. Там же находились торговые и административные учреждения, это гостиный двор и здание.